Жиденько, так не пойдет. Спасибо на 3-4. Готовы? 3-4! Спасибо! Ну что ж, вот мы, собственно, отправляемся, поэтому прямо сейчас поем вместе с вами и танцуем гимн теплохода. Федор Гладков. Крики чая, под кормой волна играет. Это сплиз мои отчаял, белоснежный теплоход. Убран брат и погреб якорь, до свидания, до свидания. Мы рукою всем помашем, всем, кто провожает нас, всем, кто провожает нас. Здесь на Федоре Гладкове все давно уже готовы. И тогда корабль наш славный станет вашим кораблем. Он будет вашим кораблем. Нам-нара, 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 Е-е-е-е! А друзья, еще раз е-е-е! А вот так, опа-опа-опачки! Отдыхаем хорошо! Вы по палубе пройдитесь, и там все жены одушитесь. Все заботы и проблемы даже вик оставят вас. Пусть улыбками искрятся ваши лица, ждут вас новые знакомства и большие города, и большие города. Здесь на теплоходе нашем нету места для ненастья, только радость и веселье, кожи в наш плавучий дом. Развлекайтесь, и тогда корабль наш славный станет вашим кораблем. Он будет вашим кораблем. Нам-нара, 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 нам-нара. До свидания, Астрахань! Ну что ж, дорогие друзья, по старой доброй традиции, ура туристам теплохода Федор Гладков! Жиденько как, растаяли, видимо, под астраханским солнышком. Давайте еще раз, очень громко, очень дружно, ура туристам теплохода Федор Гладков! Вот это другое дело, прямо сейчас. Уважаемые туристы первой смены питания, прямо сейчас отправляйтесь на обед. Приятного всем аппетита мы желаем. А все остальные продолжают танцевать на борту нашего теплохода.